значит, прежде чем я вам расскажу о самом сладком уроке, это видеоблогах, хочу сказать. Я говорил вам про мобильные площадки. Это для мобильных приложений. Зарабатывать можно, если у вас есть мобильные приложения. Переходим к блогам, видеоблогам. Это серьезно, поверьте мне. И многое. Первый вариант блога. Даже я поставлю так. С Page вы не работаете. Хотя в дальнейшем может быть. Работаете с нижней. Interstitial блок и Stream блок. Значит, первый, самый простой, это Stream. Вы добавляете здесь видеоблогов путем выбора. Вот здесь у вас будет ресурс, ваш, предположим, да? Здесь раздел, куда вы это ставите. Здесь, значит, выбираете, сколько секунд. Здесь максимальное количество роликов. Я советую ставить самое последнее. Здесь их не так много. Вот здесь у меня их 18 блогов. Они зарабатываются. Но главный и самый положительный ваш заработок будет идти не здесь. Он будет с вами идти совсем в другом месте. То есть он здесь будет, но не на то, что вы рассчитывали. Вот он, первая позиция, инстримблоки. Вот у меня здесь, давайте посмотрим сейчас, чтобы, как говорят, не соврать, 179 блоков. Что здесь нужно будет делать? Это адовая работа, но ее надо будет делать. Чем больше здесь блогов, которые работают, работают вот такие. Не вот так вот забито, да? А вот так открыто. Работают такие. Открываете. И создаете. Вот здесь будет ваш ресурс указан. Здесь раздел видеоресурс. Их здесь много. Позиции вагон. Здесь будет выбрано положение блога. Их здесь около 7. Здесь способ вы ничего не имеете. Ну, здесь можете поиграть. Здесь вы ставите время старта блога. В данном случае это мид-позиция. Самая популярная позиция. Больше всего блогов делаете на нее. Потом делаете на паузу, ну, иногда на пост. Здесь ставите не меньше, не больше 10 секунд. Максимальная длительность ставьте 400, 500, 600. Играйте, варьируйте. Максимальное количество роликов можете играть. Можете для начала поставить сразу 30, и у вас будет создан блог. Я этого делать не буду, у меня уже лимит всех блогов, какие только можно. Играйте в это. Помните, чередуется все. Раздел видеоресурс. Положение блока. Здесь еще 7 позиций. Время. И количество максимальных блогов. Чем больше у вас будет блогов, тем больше вы будете зарабатывать. Но, создав все необходимое количество, обязательно в течение недели отслеживайте. Как только у вас появляются вот такие блоги, вот такие, где статистика закрыта, значит, блог ничего не зарабатывает. Ничего вообще. Соответственно, возникает вопрос, а... да? Нафига нам его держать, если он ничего по большому счету не зарабатывает? Вот здесь вы будете сталкиваться, что будут блоки, закрытые от редактирования. Для редактирования этого блока обратитесь к менеджеру. Обращайтесь, не бойтесь. Работает. И эта тема тоже работает. Поэтому... Здесь вы создаете блоги. Здесь создаете блоги. Их 170. И это будет вам приносить 100, 200, а если получится 300, 400, в зависимости от того, как вы будете работать рублей. Теперь вы, надеюсь, меня поняли в главном.
Видите, добавить видеоблог. Здесь я выбираю свой первый монетизированный ресурс, который у меня монетизирован, то есть доведен до 10 тысяч просмотров. И я делаю, создаю 170 блогов. 170 блогов в среднем за последнее время на одном видеоресурсе, на одном канале, приносит мне на сегодняшний день от 90 свыше 100 рублей. Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему я зарегистрировал 5 каналов. Посчитайте, да? Если по 100 рублей канал, то 500 рублей 5 каналов в день. Интересная вариация. Вот думайте. Сначала вкладываете деньги, но потом должна отдача быть. Если сообразите, то поймете, о чем идет речь. Еще немножко о технологиях. Я уже вам сказал, что при установке вот этих стримблогов контролируйте их. Убирайте все убитые. Ну вот эти не убрать. Остальные все убитые. Ну, вот как обычные блоги будут у вас выглядеть. Вот видите? Вот так они будут выглядеть. Значит, если вот здесь темно, как бы счастлив не был этот момент, но если вот здесь темно, видите, темно, пауза, все хорошо, но здесь темно. Нажимаете «Архивируйте» и избавляетесь от этого блога. Он просто занимает место другого блога, другого. Опять темно. 956. Да, вот. Надо оставлять только светлые. Ну вот это я недавно сделал, я их сейчас проверяю. Если они не работают, расставайтесь. Вы сможете создать новые блоги. Думайте, решайте, все в ваших руках. Можно заработать, если поработать несколько месяцев, включить голову. Будем писать уроки дальше, я вам обещаю. Это очень интересно. Я уже получил акт о заработанном и жду выплат. Это тоже интересный момент, мы будем их записывать. Спасибо за внимание, понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.